Здравствуйте! Сегодня давайте рассмотрим тему, как защитить авторское право на видео, которое мы выложили в YouTube. Часто без нашего ведома многие скачивают наши видео и выставляют как за свои. Сейчас мы находимся на панели управления. Это старый образец. Нам необходимо перейти в новая творческая студия. Нажимаем. Открылась страница панели управления в новой творческой студии. Здесь есть ползунок. Опускаемся ниже. И здесь видим авторское право. Нажимаем. Здесь нам предлагают принять и продолжить. Нажимаем принять и продолжить. Как видим, только два совпадения моих видео. Тут мы сами вправе принимать решение, что нам необходимо сделать. Или предупредить его, чтобы он удалил, или какие другие условия мы предоставляем ему. Не спешим сразу оповещать в YouTube о нарушении авторских прав. Сперва необходимо переговорить с тем автором, кто загрузил видео без нашего ведома. На мой взгляд, для меня лучше будет, если блогер, скачавший мое видео, на страницах просмотра этого видео поставит ссылку на мой канал, что это видео взято с такого-то канала. И зрители при просмотре видео на его канале могут перейти и по ссылке, которая показана, откуда взято это видео. Вот такими полномочиями YouTube наделил по защите авторского права на видео, кто создает его сам. Возможно, это видео будет полезным для тех, кто желает защитить свое авторское право на свое видео и не знает как. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. До свидания.